Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня я отправляюсь на профессиональную выставку Интертткань, которая проходит в Москве. И там будет большое количество поставщиков тканей и полотен, а также будут принтовики, кто занимается нанесением принтов на ткани, что, собственно, меня и интересует. Я планирую подобрать себе новых поставщиков, потому что мы запускаем свой бренд. Мне нужны поставщики трикотажных полотен, я хотела посмотреть еще ткани и, конечно же, посмотреть на то, как происходит процесс принтования. Я его хорошо знаю, но живьем на все оборудование посмотреть всегда очень и очень интересно. Давайте я вам покажу, что я беру с собой и что мне поможет максимально продуктивно себя чувствовать. Ну, во-первых, у меня есть план, что я хочу посмотреть. На выставке, как правило, ходят в трех случаях. Первое, когда вы являетесь участником и показываете, как и что вы делаете. Второе, когда вы являетесь посетителем профессиональным, как я в данном случае, я иду искать себе поставщиков, и в дальнейшем это будут мои коллеги, с кем мы будем продуктивно работать. А третий вариант, вы можете туда прийти просто для ознакомления, посмотреть, как проходит выставка, какие есть варианты сотрудничества, какие есть технологии, что нового, какое оборудование. То есть вот это все может быть. Выставка профессиональная, на нее нужно заранее зарегистрироваться. И первое, что я беру с собой, это электронный билет. Потому что без него сейчас сложно войти. Они об этом писали и предупреждали, так что электронный билет у меня с собой. Далее я беру с собой маску и защитный гель для рук. Вообще нужны перчатки, но дело в том, что ткани нужно трогать руками. Поэтому для того, чтобы их точно потрогать, пощупать, понять, нравятся они мне или нет, я беру с собой антисептический гель и масочку. Далее, что важно, блокнотик, писать постоянно приходится. Я беру маленький блокнот, чтобы он у меня удобно умещался в сумку, и мне было не тяжело его носить. Как правило, поставщики уже готовят образцы полотен и ткани, которые вы можете забрать. Но так бывает не у всех. Бывают, висят хенгеры, и от этого хенгера можно отгрызть себе кусочек. Я взяла с собой ножницы, и я взяла с собой скотч, можно взять степлер. У меня кончились скрепки, поэтому я поеду со скотчем. Соответственно, когда появится какой-то кусочек, если он мне очень понравится, я запишу все это в блокнотик, прикреплю сюда визитку и прикреплю образец. Так я не потеряю, у меня все будет в одном месте. Одна выставка, один блокнот. Далее. Ручка-карандаш. Люблю брать с собой карандаши по одной простой причине. Если вам придется писать вертикально, а часто такое бывает, вы держите и пишете, ручка может перестать писать. Карандаши пишут всегда и не отказывают в этом. И я еще беру с собой два набора визиток. Почему два? Один – это визитки наши профессиональные, притом здесь не мое имя, а имя моего коллеги, который директор по развитию, его профессиональная почта, его телефон. Я хочу, чтобы связывались с ним, а не со мной. Многие вопросы я не решаю и не хочу с ними связываться. Мне комфортнее, когда мне помогает в этом другой человек. А для тех, кто хочет со мной пообщаться, у меня есть мои личные визитки, они будут даваться комплектом. Не хочу вам показывать телефон и почту. Телефон и почту можно сюда писать. Сюда писать не надо. Они у меня такие малескиновые, очень приятные. На них серебром написано мое имя, номер телефона и адрес почты, с которыми лично мои можно связаться. Они у меня никогда не отключаются. Это вот мое такое домашнее, не рабочее. Но иногда я с кем-то запартнериваюсь, с кем-то договариваюсь об интервью или так далее. И тогда именно эти визитки идут вход. Вот, плюс ко всему, я беру с собой полностью заряженный телефон, который я заранее почистила от ненужных фотографий и видео. Беру с собой наушники, ну, потому что пока я буду ехать, соответственно, я смогу послушать какую-нибудь музыку, лекцию, аудиокнижку, и беру с собой селфи-палку. Сейчас телефон на ней стоит, поэтому я вам ее показать не могу. Вот такой базовый комплект, он очень у меня маленький, он уместится у меня в самую миниатюрную сумку. А обязательно очень удобная обувь, это прям must-have, потому что я буду ходить, я еду именно как посетитель, а не как картинка, которую я хочу сама себя показать. Вот, комфортная одежда по погоде. При этом я люблю одеваться в два слоя, внутренний слой и внешний слой. Если вдруг на выставке окажется жарко, я смогу снять куртку. Если на выставке окажется холодно, я смогу куртку одеть, и мне будет тепло. Выставок я уже посетила достаточно много, всегда такая система работает, плюс есть гардеробы, если выставка проходит зимой, куда все можно сдать. Можно, например, взять с собой какую-нибудь шаль, и если на выставке окажется холодно, в нее
закутаться. Ну, конечно, небольшое количество там налички и карточку, если захочется купить воды, попить. Обычно с собой я бутылки не беру, потому что это лишний груз. Плюс ко всему, на входе я постараюсь взять сумку, в которую буду складывать все промо-материалы, ибо я планирую их много-много набрать. Поэтому не знаю, смогу ли я обратно уехать на метро. Наверное, нет. Я поеду на машине, чтобы это все довести. Будет много всего интересного. Ну что, погнали. Покажу вам, как все это происходит. Итак, друзья, я доехала до Интертканя. Сейчас будем ходить внутрь. На входе меряют все температуры, раздают масочки. Я, конечно, заранее запаслась. Но все есть, сейчас пойду вот туда внутрь, буду вам рассказывать, показывать, кто сегодня присутствует, на кого можно посмотреть. Очень надеюсь, что получится вам снять интересные видео с людьми. Уже встретилась со своими учениками, случайно, совершенно не планировала, но надеюсь, что будет еще интересного. Нахожусь внутри помещения, павильона, где проходит выставка. Соответственно, вид у них достаточно стандартный у всех в разных индустриях. То есть, как бы, это стенды, на которых представлены образцы. Ну, в данном случае это образцы фурнитуры, образцы тканей. Какие-то стенды есть пустые, я их нашла, но я думаю, что это не так страшно. Вот, сейчас буду прям прочесывать ряды и смотреть по рядам, где кто представлен, какие есть полотна и что мне интересно. Если что-то будет интересно, обязательно сниму для вас и покажу. Первый день на выставке я отработала, второй день я не поеду. Еще будет проходить CPM и текстильных пром не будет. Будет проходить текстильный салон. Посмотрим, в общем, как все будет. Я вам обязательно вечером покажу разбор того, что я набрала. И покажу, почему было важно взять с собой ножницы, а также взять с собой скотч. Друзья, я вернулась с выставки, и сейчас покажу вам, что я набрала, какие материалы. Мне очень пригодились ножницы, пригодился скотч. Покажу, почему это было так важно. Ну и, собственно, как теперь с этими материалами работать, и что я с ними буду делать. Итак, вот так выглядят материалы. Может быть, не самый удачный формат. Во-первых, я искала поставщиков молний, нашла очень приятную фирму, у них много всяких разных молний, и, соответственно, они по цвету работают с мелким оптом от 15 штук, и даже, как мне сказали, можно покупать от одной штуки. Молний действительно много разных. Взяла у них, у меня еще визитка лежит, сейчас я ее найду, где она. И взяла у них полный каталог. Соответственно, по этому каталогу можно покупать фурнитуру, посмотреть то, что у них есть. В общем-то, поскольку была проблема с молниями, я еще хочу здесь посмотреть
люверсы и наконечники. То есть я его детально изучу. Вот видите, разные молнии. Сфотографировала цвета, чтобы можно было посмотреть и, соответственно, тоже взять в работу. Сейчас я сюда еще подложу, как она называется, визитку. Она была, по-моему, внутри там, да. Так, это печать на тканях. Очень красивая печать. Могут делать всякое разное красивое. Тоже взяла каталожки. Я, кстати, показывала, я у них на стенде перебирала образцы. Вот здесь с ценами. Смотрите, от 1 до 5, да, название того, как это смотрится. Соответственно, если нужно будет что-то напечатать, можно будет к ним обращаться для просчета. Это тоже важно. У меня есть теперь о них информация. А, вот визитка. Это вот по молниям визиточка. Сюда я сейчас вложу. Здесь контакты менеджера. Соответственно, чтобы у меня все было в одном месте. Так, это мой бейджик. Так вот это все выглядит. Нашла компанию, которая занимается перевозками. И транспортная компания, как они сказали, они еще сертификации помогают. В общем, тоже буду с ними созваниваться, потому что у меня есть кое-какие идеи с Китаем. Шла мимо, мне не нужны были эти ткани, но они мне очень и очень понравились. Они очень приятные. И на следующие весну-лето вполне возможно, что из них появятся блузки, брюки и платья. Возможно, даже юбки. Вот, смотрите, сразу, когда подкалываю, я это все буду хранить. Вот здесь телефон менеджера, здесь фирма, здесь сайт. То есть я сразу буду узнать, и можно там уже как бы общаться непосредственно с менеджером. Давно искала ладены, опять не те ладены, которые я хотела. Они более толстые, это пальтовые ладены. Состав, мне сказали, там 55 на 45, 55, 6, 45... вискозы, смотрите, очень широкая гамма. И тоже обязательно я познакомилась с менеджером, взяла его визитку. То есть я могу теперь уже им звонить, узнавать цены и наличие на момент, соответственно, заказа, если я решусь. Интернет-магазин готовой упаковки. Вот, тоже они делают готовые всякие штучки. Возможно, нам понадобится коробочка, я их пока положу себе. Естественно, я буду искать в Гугле, если мне что-то будет надо, но на выставке я на них уже посмотрела, то есть у меня уже есть их контакты. Эфа, это тоже молнии, металлофурнитура. Ну, честно, не произвели они на меня большого впечатления, просто взяла посмотреть на всякий случай, что мне понравится. Делюсь с вами, наверное, главным приобретением этой выставки. Это они называются Оливия. У них очень много тканей. Здесь сразу все контакты, цены. Смотрите, примеры. В основном у них это трикотажные полотна. Точнее, не в основном, а в принципе, вот только сатинка у них есть. Вафли ткацкая, вафли трикотажная. Очень приятно. И это только образцы полотен. Соответственно, того, что они делают. Вот трехнитка начес. Очень приятная двухнитка, трехниточка, махра. И вот такая цветовая карта. Именно вот в этот момент мне понадобились ножницы, именно в этот момент мне понадобился скотч. Потому что, смотрите, они дают цветовую карту просто вот такую распечатанную. И смотрите разницу. Это лиловый, вот такой он реальный. Это пыльная мята, вот такой он реальный. То есть по ней работать вообще невозможно. Это полынь, вот она, реальная полынь. Видите, какие оттенки? Ель, оттенок еля. Графит, вот такой оттенок. Поэтому, да, мы собрали немножко разных фактур, но потому что не все было в наличии, но все равно я у них на стенде очень попросила, чтобы мне отрезали куски, потому что я уже не хочу уехать к ним в офис. Я, возможно, куплю там 2-3 метра, чтобы отшить образцы и протестирую, как себя ведет полотно, какую дают усадку, там сходит цвет или не сходит. Если меня все устроит, я уже не поеду, я буду звонить непосредственно менеджеру, с которым я законнекчусь, с которым уже законнектилась на выставке, и сразу покупать полотна. Поэтому вот для меня эта карта, она ляжет в отдельную папочку, я ее буду доставать, я буду ее использовать, потому что цвета вот то, что надо прям. Вот, видите, они делают специальную папку, и что как бы здорово вместе. Ну и, конечно же, я взяла
Midas. Я уже с ними работаю. Это уже поставщик, с которым мы ВКонтакте. Вот мне опять подарили блокнотик, что очень удобно. Они постоянно летят. Вот, смотрите, я взяла образцы футера трехнитки. И, кстати, вот эти вот цвета. Прям даже их помню. Вот у меня сейчас костюмы придут из этих двух цветов. Я взяла French Terry двухнитку петлю. Тоже два образца. И еще я взяла трикотажное полотно вискозу. Мы из нее шили платья и футболки. Получается очень красиво. Но единственная проблема, что у них она не совсем регулярка. Там не всегда есть все многообразие цветов, которые представлены в этой карте. Но все равно теперь работать с ними удобно. Здесь у меня уже... Я менеджеру могу написать по WhatsApp, сказать, что вот мне нужно то-то, то-то. И мне совсем помогут. Все отгрузят. Мои данные уже есть. Я приехала один раз, подписала договор. Все теперь удобно. Вот такие результаты выставки. Соответственно, это сейчас все пойдет в работу. С трикотажным полотном буду списываться и буду там уже отшивать кое-какие образцы. Вот таким образом строится работа на выставке. То есть вы не подготовились, поехали, со всеми поговорили, языком потрепали, рассказали, кто вы, оставили визиток, привезли образцы, их структуризировали, потому что очень многие привозят, и потом вот это вот все тоннами лежит, нет, так делать не надо. Обязательно вот так перебираете, если что-то ненужное, выкидывайте. Я вообще стараюсь не брать слишком много, а брать только то, что мне нужно. Вот, и теперь буду связываться, ну вот, с фурнитурой мне нужна была, мне нужны были полотна, очень понравились цвета. Сейчас, когда у нас будет следующий закуп, я обязательно уже буду шить из их полотен образцы, постираю их, посмотрю, как они в усадке туда-сюда, хоть мне обещали 5%, но как бы доверяй, но проверяй. Вот, и в дальнейшем это уже все пущу. Если вас что-то заинтересовало, пишите мне, я отвечу, на что будет в моих силах, да. А выставка, она бесплатная, но на нее надо зарегистрироваться, я об этом говорила. Вот, контакты выставки оставлю. Обязательно ставьте лайк, если понравилось видео. Если вы хотите увидеть обзор на что-то другое, напишите мне в комментариях, я буду за это очень благодарна. Все, на этом все, до скорых встреч, пока-пока!